начались панталечебницы. Вот мы проехали панталечебницу Баян, Тимирлан, река Сагорная, соответственно, и поселок Сагорный. Вот панталечебница Акшарбак. Барлык, Коробик, Хааксу. Мы в Аксу, кстати, ездили, да. Вот в эту сторону будете ехать, но там, представьте, еще 54 км. Вон туда. Камысхана. И там вот река тоже Бухтарма. Слушайте, там что, сделали асфальтированную дорогу, что ли? Да ну нафиг. Это фантастика вообще будет, если там асфальт. Ну, может, мы на обратном пути тогда, ребята, завтра и рванем эти 50 километров. А что нам стоит дом построить? Что там? Потому что там красивые места. Мы должны успеть тогда. Мы же не поедем. Вон сейчас тоже река такая. Супер с прозрачной водой. С замечательными красивыми камушками. А это замечательные красивые кладбища. Ну как бы они, слово замечательно, может, им не подходит. Но тем не менее очень ухоженные. Катонские.